На зачетном радио только зачетная музыка и зачетные ведущие. Ровно год исполняется этому творческому коллективу. Радио ДГТУ является настоящей гордостью университета. В коллективе работают талантливые и творческие ребята самых разных факультетов. Очень интересно здесь работать, потому что, наверное, та атмосфера именно в коллективе, которая здесь присутствует, она неповторима. Я такой ни в одном коллективе не встречала, во многих коллективах работала, вот, но действительно здесь неповторимо просто. Это притягивает сюда. Коллектив на зачетном радио небольшой, но сплоченный. За год новых людей только прибавилось. На радио приходят попробовать себя и остаются. Говорят, разговорный жанр очень быстро становится любимым. Идея о создании радио, она была в головах многих людей, но серьезно осуществить ее удалось нашей творческой команде, за что большое спасибо ребятам, нам уже исполняется год, а радио все знают, радио известно, радио пользуется популярностью. И это, в принципе, главное. Мы будем продолжать его развивать. 3 месяца я здесь, казалось бы, такой маленький срок, но все равно мы уже много чего сделали. Мы записали много джинглов для нашего любимого зачетного радио. И на этом радио сбываются мечты, могу сказать. Мы записываем мою песню сольную на мои стихи и музыка нашего диджея. И это совсем не мешает учебе, я учусь на отлично. Это, можно сказать, хобби, это работа, это очень интересно, занимательно, и здесь раскрываются таланты. Студент Саша – будущий инженер, о работе на радио даже не задумывался. На зачетное попал случайно. Его хорошие голосовые данные не остались незамеченными. Меня привела сюда староста моей группы, она здесь записывала джинглы для радио. И здесь ребята искали кого-то на должность диктора. Ну, я пришел попробоваться, прочитал текст, им понравился мой голос, и вот как-то так начал потихоньку записывать разные объявления, события, которые происходят в институте там и прочие. В эфире не должно быть скучных тем, на то оно и зачетное радио, считают ребята. Поэтому помимо новостных зарисовок, у них так много музыки. Для этого, кстати, на радио есть все условия, и собственные вокалисты, и даже собственный диджей. Dream Team, диджей зачетного радио, о своей работе рассказывать не любит, но вот треки сводит и музыку пишет исправно. Последний шедевр – гимн собственному радио. Мелодию и слова придумывали сами, результатом гордятся. Сегодня радио ДГТУ используется примерно на 30%. В эфир выходят 2 авторские программы развлекательного характера. Однако сами ребята мечтают выпускать новости. С ними эфир зачетного радио станет завершенным, уверены будущие журналисты.